Противники соглашения между Афинами и Скопье о названии «Республика Северная Македония» вновь протестуют перед греческим парламентом. Тысячи людей на площади Синтагмы в центре столицы распевают гимн Греции, требуя не ратифицировать документ. Группа агрессивно настроенных манифестантов забросала полицию бутылками с зажигательной смесью и попыталась прорваться в здание парламента. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Из Афин передает корреспондент Евроньюс. Напряжение снаружи, жаркие споры внутри парламента. Правительство и оппозиция расходятся во мнении о том, отвечает ли Преспанское соглашение национальным интересам Греции. «Мы находимся в шаге от исторического события», — говорит премьер-министр Алексис Ципрас. Но лидер главной оппозиционной силы страны Кириакос Мицотакис настаивает на том, что сделка со Скопье символизирует национальное поражение. Ципрас парирует. «Если мы сделаем этот шаг, история защитит Грецию, потому что Греция рисковала, сражалась и теперь стала гарантом стабильности и общего роста на Балканах. Наши истории, наши ценности не позволяют нам быть аутсайдером международных событий». Кириакос Мицотакис не сдается. «Греция сможет в любой момент наложить вето на процесс присоединения Скопья к европейской семье», — говорит он. «И от этого права, которым обладает наша страна, я не собираюсь отказываться». Решающее голосование в парламенте Греции состоится днем в пятницу. Протестующие не уходят с площади Синтагма.